Новая волна графики захлестнула Санкт-Петербург и пришла она со стороны севера, со стороны севера 7. Есть такая известная арт-группа в городе Санкт-Петербурге, в которую входят любопытные, интересные художники. Последнее время они становятся очень популярны, особенно это показал последний аукцион в Москве. И группа эта все больше и больше становится диктатором моды. Мы на выставке Марины Стахеевой в Name Gallery. Выставка называется «Бестиарии», которая, на мой взгляд, исследует очень сложные темы. Мне пока непонятно. Я буду долго и внимательно все рассматривать. На выставке мы ходим часто, учились вместе. Марина замечательный художник, и уже в училище она себя показала к сильным графикам. Вот. Я рада видеть ее работы, которые она не постеснялась вывернуть перед зрителем. Она всегда отличалась мощностью, прямотой, каким-то характером, который тащит ее по жизни и приведет неизвестно куда, но здесь столько нежности и столько ее самой. Вот. Жаль, пропустила открытие, но лично ей обниму, поздравлю, потому что это огромный шаг, огромная какая-то веха в ее юной, пока еще истории. Тут демонстрация себя. Вот. Школа, она за твоей спиной, это твоя база. Совершенно не важно, демонстрируешь ты это или нет. Мы можем видеть академические навыки вот в прекрасном автопортретике, который такой очень эмоциональная поза. Вот. Там, пожалуйста, все эти задатки академической школы, которые у нее есть. Она блестяще владеет этим. А здесь представлена экспрессия, мысль, которая не нуждается в другой форме. Что делает художника автором своих работ? Не только то, что он приложил к ним руку, но особое видение в работах Марины Стахеевой, конечно, читается и влияние учителя Леонида Цхэ, возможно, в генеалогии этих персонажей и Дисней сказались, или, например, японское аниме.
Но все-таки то, что создает Марина, это абсолютно герметичная, загадочная вселенная ее авторских замыслов. Почему у девушек свернутые крылья, похожие на крылья стрекозы? А может быть, это хвост енота? Почему у юношей дырка прямо в груди? Что связывает всех этих героев воедино? Какие странные истории они рассказывают друг другу? Очень много вопросов эта выставка ставит перед зрителем, и очень интересно их разгадывать. Трудно уйти отсюда.